них этот дом – большая семья, где всегда рады друзьям. В канун Нового года здесь всегда много гостей. На праздник приходят и бывшие воспитанники детского дома, которые становятся участниками настоящей новогодней сказки. А для того, чтобы дети ощущали себя в настоящей семье, массу усилий прилагают сотрудники детского дома. Все праздники дети проводят сами, придумывают сценарии, костюмы, репетируют сценки. Конечно, очень волнуются, чтобы понравиться воспитателям и гостям. Но главное, все эти ребята верят в Деда Мороза и очень ждут подарков в новогоднюю ночь. Скажи, как тебя зовут? Лёша. Что бы ты хотела, чтобы тебе Дед Мороз подарил на Новый год? Машину. Синюю. Вертолет на пульте управления. Веришь в Деда Мороза и почему? Да. Я верю в то, что он дарит всем подарки. Что бы ты хотела пожелать всем своим детям? Здоровья, что они хорошо учились и счастья. Своим друзьям желаю всего хорошего и чтобы у них все всегда получалось. Маргарита Пронина, Андрей Вовк, Сев информбюро.